Аллилуйя! Аллилуйя! Praise the Lord! Слава Господу! God loves Russia! Бог любит Россию! Аллилуйя! God wants to save more people in Russia! Бог хочет спасти многих в России! Do you want to be a part of it? Вы хотите быть частью этого? Do you want to save more Russians? Вы хотите спасти больше россиян? See more Russians in heaven. Больше россиян на небе. We need a revival in Russia. Нам нужно пробуждение в России. We need a revival everywhere in the world. Нам нужно пробуждение по всему миру. But we need people who are devoted to revival. Но нам нужны люди, которые будут посвящены этому. Do you want to be a part of it? Вы хотите быть частью этого? Yes. I'm not Russian. Я не россиян. I don't look like Russian. И точно не похож на россиян. But I care about Russia. Но я очень беспокоюсь и очень люблю Россию. I'm willing to come again and again. Я готов приходить и приезжать вновь и вновь. To help bring a revival in Russia. Чтобы помочь принести это пробуждение в России. In order to have a revival in Russia. In order to have a revival in Russia. Для того, чтобы это пробуждение в России. You need to be part of it. Вам нужно быть частью этого. I know that you have experienced the Holy Spirit. Я знаю, что каждый из многих из вас уже переживали присутствие Духа Святого. You carry the power of the Holy Spirit. И вы в себе несете эту силу Святого Духа. If you reach out to the people with the power of the Holy Spirit. Когда вы служите людям именно этой силой Духа Святого. The people around you will be changed. Люди, которые вас окружают, будут меняться. And revival can start here. И пробуждение может уже начинаться. Do you believe that? Вы верите этому? You know, I want to tell you that there are many people who go to spirit-filled meetings. Есть многие люди, которые посещают такие собрания, которые полны действием Духа Святого. And they feel good. И себя чувствуют очень хорошо. Oh, I like the Holy Spirit. Oh, I enjoy the Holy Spirit. But week after week, they just enjoy. Но неделя за неделю только этим занимаются. And if we don't move out and reach out to people, если мы не выйдем, чтобы послужить этим людям, the revival will just happen by пробуждение будет только так, аллилуйя, аллилуйя, хорошо. The revival has to start by people going out. Пробуждение начинается, когда мы выходим через эти здания и слушаем людям там на улице. And go and do evangelism, even when we are rejected. И благовествовать, даже когда нас отвергают и не понимают. Let me ask you this question. Позвольте вас спросить. How many of you have witnessed to one person about Jesus? Сколько из вас уже говорили, благовествовали о Христе, одному человеку, вот одному человеку. Пожалуйста, поднимите руки. Okay. Хорошо. Look around. Поднимите руки еще раз, поднимите и посмотрите вокруг. Посмотрите вокруг, сколько человек. Very good. Очень хорошо. Let me ask you again. How many of you have witnessed to at least 10 people? Сколько из вас благовествовали 10 человек? Please raise your hand. Пожалуйста, поднимите руки. Wow, very good. Очень хорошо. 20. Look around. Посмотрите. There is less hands. Все меньше. How many have witnessed to 50? 50 человек. Well, there's still some. Еще руки есть, слава Богу. The pastor is still raising his hand. И пастор еще поднимает руки. How many have witnessed to 50? At least 50. Или, до 50. Пастор уже до 1000 уже. Well, you still have some people. Есть еще. Why do some people stop witnessing? Почему некоторые останавливают или прекращают благовествовать? Because you find that it's hard. Наверное, потому что вы заметили, что все труднее и труднее, сложнее. People might reject you. Из-за того, что люди, может, вас не принимают. And you don't feel so good when you're rejected. И, конечно, нам никогда не хорошо, когда нас не принимают. Or you find that
You just cannot be effective in evangelism. И ты становишься неэффективным по благовествованию, когда это происходит. So many Christians stop when they witness to 10 or 20 people. Поэтому многие останавливаются, когда благовествуют до 10 или до 20 человек. And that's why revival stops. И это именно тогда и пробуждение останавливается. But we can carry the power of God and bless more and more people. Но поверьте, мы можем нести Божью силу, чтобы еще дальше и дальше благовествовать людям. And I want to tell you that you are a group of very special Christians. Поверьте, вы группа особенных и благословенных христиан. You have experienced the Holy Spirit. Вы переживали Духа Святого. You can witness to many people. Вы можете благовествовать многим или свидетельствовать многим. You can have a big influence in Russia. Вы можете повлиять на всю Россию. Could you tell the person next to you, you can bring about a revival in Russia? Скажи соседу твоему, ты можешь принести пробуждение в Россию. Ты можешь принести пробуждение. Вы все можете принести пробуждение. Все могут. И маленькие, и большие. Все могут. Аллилуйя. Аллилуйя. Romans chapter 9, verse 3. Послание к Римлянам, 9 глава, 3 стих. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. You look at this verse. Do you know how motivated Paul is for the salvation of the Jews? Видите, насколько Павел вдохновлен и мотивирован, чтобы благовествовать своим братьям и евреям. He was willing to be cursed and cut off from Christ in order that the Jews can be saved. Он готов быть отлученным. На английском написано быть даже проклятым, но на русском написано отлученным ради своих братьев. And the price he is willing to pay is his salvation. И он даже платит цену своим спасением для спасения евреев. What price are you willing to pay in order to have Russians saved? Какую цену вы готовы платить за то, чтобы увидеть русских спасенных? Okay, now this is your heart for salvation of more Russians. Это сердце ваше для спасения россиян. And the other side is our face. На другой стороне это как бы ваше лицо, ваше имидж. We want Russians to be saved. Мы хотим, чтобы россияне спаслись. But very often we say, "Oh, I'll be humiliated by people." А с другой стороны думаем, кто-то может я могу опозориться, когда меня принимают, как-то люди неудобно, стыдно. And rejected by people. И быть отвергнутым. And then so we say, well, it's more important, to feel good. Ну, важнее сохранить свой имидж. But I want to tell you, if you put down our face, если когда мы оставим свой имидж, it's okay to be rejected. Это нормально быть непринятым. It's okay to suffer for Jesus. Хорошо страдать Христа ради. Then you can be used by God greatly. Именно тогда Господь может сильно через вас и действовать. In 1998, an evangelist laid hand on me. В 1998 году благовестник возложил на меня руки. And I felt power like electricity enter me. Я чувствовал силу как электричество, который проходит через меня. And I felt great love filling my heart. Я чувствовал Божью любовь, как наполняет мое сердце. And I cried for a long time. Я плакал долгое время. I said, Lord, I don't know that I can experience you like that. Я просто говорю, Господи, я не знал, что я могу так тебя переживать или ощущать. Starting that night, I spent a lot of time praying. С того момента я проводил больше много времени в молитве. And one day I cried out to Jesus. Однажды я просто вызвал к Иисусу. Lord Jesus. Я позвал к Иисусу и сказал: Господь Иисус. Immediately power went through me. И мгновенно сила прошла через меня. I said, Wow, this is great. Я сказал: Wow, это чудесно. I had experienced an immediate response from God when I cried out to Him. Мгновение ответа от Господа, когда я только позвал к Нему.
And I cried out again. Я тогда еще раз возвал к нему. The power of the Holy Spirit came again. И опять сила на пот прошла через меня. I was greatly touched. Я был очень тронут этим. That we can have that close relationship with Jesus. Что возможно иметь вот такое близкое отношение с Господом. And then one day I experienced the joy of the Lord. И таким же образом ощущать радость Господа. And then every time when I think of Jesus or when I pray. И сейчас каждое время, когда я только вспоминаю или думаю об Иисусе, joy will enter me. Радость наполняет меня. Every time, wherever I am. Где бы я ни был, каждый раз. And I can feel power go through me. И я в тот момент могу чувствовать, как сила проходит через меня. And I can experience the love of God. Я переживаю любовь Божью. And I want to tell you that God wants to have that close relationship with you too. Я хочу вам сказать, что Бог хочет иметь именно такое же близкое отношение с вами. So I enjoy loving God. Чтобы просто наслаждаться, влюбляться в Господа. То есть, every time when I think of Jesus. Каждый раз, когда я думаю об Иисусе, I'll be filled with the joy of the Lord. Я просто наполняюсь радостью Господа. It's good to be close to the Lord. Приятно и чудесно быть близок с Господом. And I said to the Lord, what can I do for you with this power? He said, я спросил Господа, Господь, что я могу делать с этой силой? Actually, a few days after I experienced the Holy Spirit, someone asked me to lay hand on her. Несколько дней после того, как за меня помолились и возлагали на меня руки, ко мне подходил человек и попросил молиться за него. And then she experienced the power of God. И возлагали на нее руки, и она в тот момент переживала силу Божью. And people experienced healing. Многие переживали исцеление. Or comfort of the hearts. Спокойствие сердца. Or joy. Радость. Or zeal for the Lord. Или ревность по Богу. And I said, wow, this is great. Я сказал, о, это чудесно. And I want to be used by God. Я хочу быть использован сосудом в руках Бога. And this fire continued burning in my heart. Я так огонь горел в моем больше и больше в моем сердце. Up to today. До сегодняшнего дня. I have a continual fire burning in my heart. Постоянно есть этот огонь, который горит в моем сердце. I want more people saved. Я хочу, чтобы больше людей спаслись. And I find that I can bring people to Christ. Я понял, что я могу привести людей к Христу. And also bring revival to the spiritual life of people. И принести пробуждение духовной жизни. And I want to say, you too can do it. Я хочу вам сказать, что вы можете то же самое делать. Do you want to do it? Вы хотите это делать? Do you want to do it? Вы хотите это делать? How many of you have prayed for people and you saw that people experience the Holy Spirit? Look around. You see, so many people have done it. And I'd like to share with you a way of evangelism. Я хочу с вами поделиться одним из путем благовествования. By praying for people. Молясь за людей. And I call this experience God evangelism. Я это называю благовествование переживание Бога. I find that when I pray for people, they can experience the presence of God. Я заметил, что когда я молюсь за людей, я знаю, я понял, что они могут переживать Бога или ощущать Божье присутствие. And I ask them what they have experienced. Я после этой молитвы спрашиваю, а что вы чувствуете? They said peace or comfort. Они говорят мир или спокойствие в душе. Or burdens go away. И груз или бремя снимаются. Or love or joy. Или радость или любовь. And then I said, that's God working your life. Я им говорю, это Бог действует в вашей жизни. Coming to bless you. Который приходит, чтобы благословить тебя. If God can bless you now. Если Бог может тебя сейчас благословить. Do you want Him to continue bless you? Хотели бы, чтобы это было постоянно. And they said yes. И они всегда говорят да. And then I led them to believe in Jesus. Да, их приведу к познанию или принятию Иисуса Христа в своей жизни.
I have led many people to Christ like this. Я таким образом привел людей ко Христу. And I've trained many people to do that. Я тренирую людей именно таким же образом благовествовать. Do you want to be able to reach out to your friends and neighbors? Вы хотите быть способными благовествовать своим друзьям и знакомым? And to strangers. Даже к незнакомым. Do you want to? Вы хотите этого? Hallelujah! And one day in heaven. Однажды на небе. God will show you a large crowd of people behind you. Господь покажет тебе вот толпа, покажет тебе толпу людей, которые за тобой стоят. You have brought all these people to Christ. И он скажет, вот ты через тебя все эти люди пришли и познали меня. And they are all very thankful to you because you brought them to Christ. И они очень благодарны тебе за то, что ты их привел ко Христу. And Jesus will reward you greatly. И Господь вознаградит тебя. You'll be filled with great joy. These people were saved because of you. Эти люди будут говорить один за другим, просто благодаря тебе. And they reach out to save more people. So они через тебя они спаслись, и они могли тоже другим говорить. So one person can make a big difference. Поэтому один человек может принести большое изменение. Tell the person next to you, you can make a big difference. Скажи соседу твоему, ты можешь принести большие перемены в жизни людей. Ты можешь принести большие перемены в жизни людей. Hallelujah. Hallelujah. But some people come to Jesus. Но некоторые люди приходят к Христу. And Jesus asked them, "What have you brought to me?" Иисус спрашивает у них, что ты принес мне? And you said, "Two bunches of bananas." И ты отвечаешь, две. Связки, да, спасибо. Две связки бананы. In China, we have a saying. В Китае есть такой поговорка, да? You know, when someone visits someone's home, когда кто-то посещает и приходит в гости, they usually bring some gifts. Обычно всегда никогда с пустыми руками, что-то всегда приносят. But the person did not bring anything. Но когда человек ничего не приносит, then the people would say he just brought two bunches of bananas. Тогда когда ничего не принес, тогда люди говорят, ты что принес мне две связки бананы. Тогда ручки вот так махают вот так. These are bananas. Вот они эти бананы хорошие. But if one day you go to Jesus, но однажды когда придешь к Иисусу, you answer, I only brought you bananas. Скажешь Иисусу, Господь, я только бананы тебе принес. And nothing more. И ничего больше пакетов. Think of it. Think of it. Подумайте над этим. We have wasted our life. Вот так и тратите свою жизнь. You said to Jesus. Ты говоришь Иисусу. Jesus, I experience the Holy Spirit every week. Но Господь, я переживаю Духа Святого каждый день. I enjoy your presence. I enjoy your presence. Я наслаждался твоим присутствием. But God did not tell us just to experience Him and stay there. Но Господь нам не сказал, чтобы мы просто ощутили Его присутствие и остановились там. God wants us to go and make disciples of all nations. Но Господь хочет, чтобы мы делали учеников из всех народов. Will you say now, I want to make disciples of all nations? Скажите, я хочу сделать учеников из всех народов. Say it together. Давайте вместе. Я хочу сделать учеников из всех народов. Hallelujah. И даже из Африки, из Китая, это все. Okay, now the point about why we have this evangelism is we can experience God. Первый пункт именно в этом виде благовествования это то, что мы можем переживать Бога. Our God can be experienced. Наш Бог, Он ощутим. Его можно ощущать. Его присутствие можно ощущать. Isaiah 61, verses 1 to 3. Книга Исаия, 6 глава, с 1 по 3 стихи. Actually, don't have to leave the whole passage. Just talk about what's inside. You can just translate. Здесь написано, Дух Господень на меня, Он помазал меня, когда речь о нищем. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, и здесь там написано освободить из тьмы люди, освободить узников из тьмы. Now these Bible verses tell us that the Holy Spirit can bring the healing of the brokenhearted.
это послание говорит нам о том, что Иисус или Дух Святой может принести внутреннее исцеление. Have you met people who are depressed? Вы встречались с людьми, которые в депрессии? Unhappy. Ну, которые несчастны. Maybe some wives who have been hurt by their husbands. Может быть, некоторые жены, которые пострадали от насилия своих от мужей. That some people experience disappointment in life. Некоторые люди переживали разочарование в жизни. I find a wonderful gift of the Holy Spirit. Я нашел вот этот дар Духа Святого. When we pray for people, когда мы молимся за людей, I see people who are broken-hearted healed by Jesus. Я видел людей, которые сокрушены сердцем, как Бог или Иисус их исцеляет. I saw people who were depressed and then they have joy. Я видел людей, которые были в депрессии, и они меняются и радостными становятся. We call this inner healing. Мы называем это внутреннее исцеление. How many of you have prayed for people and they experienced inner healing? Сколько из вас молились за людей, и они переживали внутреннее исцеление? Wonderful. Руки. Wonderful. Хорошо. So you see that God is real. Так вы можете сказать, что Бог реален. The point is to move on and bring the person to Christ. Здесь вопрос в том, чтобы нам пойти дальше после внутреннего исцеления привести их к Христу. Now I invite you to write down these verses for yourself. Я вам советую написать эти места Писания. Just now we said Isaiah 61, 1 to 3. You can write down. Писание, мы читали это книга Исаия 61 глава с 1 по 3 стихи. Because you can use these verses for evangelism. Чтобы использовать эти места Писания для евангелизации. And then John chapter 14, verse 27. Значит, Евангелие Иоанна 14, 27. Там написано, мир я оставляю вам. Мир, я свой мир я даю вам. In the Holy Spirit, many people experience peace. И иногда вот от Духа Святого люди переживают мир или ощущают мир в своем сердце. They said they had worries, but suddenly they experienced the peace of the Lord. Многие из них говорят, что вначале у них либо была тревога или беспокойство, и после молитвы переживают мир. And we can tell them, the peace of the Lord has come upon you. Вы можете им сказать, что мир Божий пришел к вам. Or Matthew 11:28. Или следующее, это Матфея 11:28. Там написано, идите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. People have burdens. У многих людей бремя, они обременены. And then you pray for them and experience the burdens go away. И когда вы за них молитесь, и они могут ощущать, как эти бремена или бремя снимаются. They feel the person very light. Они чувствуют это легкость. Without burden. То есть без всякого бремени. You know, with the experience of the Holy Spirit, когда мы переживаем присутствие Духа Святого, I myself have been changed greatly in these years. Я за эти годы много раз переживал изменения. When I was young, my parents have divorced. Когда был молодым, мои родители развелись. And then my stepmother came. В нашей жизни появилась мачеха. My father gambled a lot. Мой отец, он страдал от игромании. And there was a lot of quarrels in the home. И было много ссор в доме. I started to have bad dreams. У меня снились кошмары, ужасы. I also walked in my dream. И даже во время сна я ходил. And I have terrible dreams after that. У меня были ужасные мне снились. But with the Holy Spirit, gradually I was healed. Но с помощью Духа Святого постепенно я получил исцеление. The burdens go away. Это бремя Господь снял с меня. I can rejoice in the Lord. Я смог просто радоваться в Господе. Let me ask you, I hope you don't mind. How many of you have bad dreams? Сколько из вас снились кошмары или ужасы, если возможно? You look around.
You see, many people have bad dreams. Видите, что у многих были такие сны. So we need the love of God more to heal our soul. Поэтому нам нужно больше любви Божьей для исцеления. Gradually, our subconscious mind can be healed. И постепенно наше подсознание получает восстановление. In the past, sometimes I had dreams of fear. В прошлом были многие сны, связанные, много снов, связанные с страхом. Of danger. Опасности. But now I have dreams of peace. Но сейчас у меня сны мирные и спокойные. So when they always tell us about the love of God. Поэтому, когда нам говорят и наставляют именно в любви Божьей, God is loving me. То Бог любит меня. God has a great plan in my life. У Бога большие планы для моей жизни. I can enjoy God. Я могу наслаждаться или насладиться Богом. And I can enjoy life. И наслаждаться жизнью. In the presence of God, gradually we become more and more peaceful. И в Божьем присутствии постепенно мы можем стать больше радостными. And these bad dreams can be healed. И Господь может исцелять нас от этих страшных снов. And you pray for people, that will happen to them too. И вы можете молиться за людей, и это может произойти тоже в их жизни. Psalm 16, verses 8 to 9. Псалом 15, с 8 по 9 стихи. Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. От того возрадовало сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Here it talks about that when people experience the Holy Spirit, they will experience peace and joy. Здесь говорится о том, что когда люди пребывают в Божьем присутствии, они могут ощущать это спокойствие. And comfort for the body. Спокойствие и радость для тела. That many people say, oh, my body feels very comfortable. Но некоторые люди после молитвы говорят, что-то я чувствую вот тело в такое спокойствие. That they say, wow, it's like floating. Это почти как будто ты паришь, ну пар, как человек парит. And have you experienced that? How many of you experienced that, like floating? Сколько из вас переживали, ощутили такое в своей, ну, в молитве, что ты просто как бы паришь или висишь или так. Плаваешь, да. So God doesn't just bless our hearts. Поэтому Бог не просто благословляет наши сердца. He also blesses our body. Но Он благословляет и наши тела. So when you pray for people, they experience comfort of the body. Поэтому когда вы молитесь за людей, они могут ощутить именно спокойствие в своем теле. You can tell them, God who created your body has come to you, blessed your body. Но Бог, который сотворил твое тело, вот Он и дает спокойствие твоему телу. Also, some people find that the body sway. Некоторые люди иногда могут видеть, как их тела качаются. How many of you have felt the sway of the body? Только из вас может переживать во молитве, что ваши тела как бы качаются. Some fall down and some sway. Have you experienced that? Может быть, некоторые переживали такое. And some people say, is that biblical? Некоторые спрашивают, это вообще по Писанию? But in Revelation chapter 1 verse 17. В книге Откровения, первой главе, 17 стихе. John saw Jesus. Иисус, нет, Иоанн увидел Иисуса. And he fell down like a dead man. И он упал как мертвый. And then in Acts chapter 9, и в книге Деяния 9 главе, Саул увидел Иисуса, and he fell down like a dead man. И он тоже упал на пол. And then the soldiers who tried to arrest Jesus, и даже стражи, которые хотели схватить Иисуса, when Jesus said, I am, когда Иисус сказал, это я, they fell down. Они упали. And in the Old Testament, Daniel chapter 10, Ветхом Завете, книге Даниила, 10 главе, Daniel fell down when he saw the visions of God. Даниил тоже упадал, когда увидел эти видения Божьи, и ангел Господь явился ему. And in 2 Chronicles chapter 5, и в 2 книге Паралипоменон, в 5 главе, 120 priests
could not stand to serve God. Священников не смогли стоять в Божьем присутствии. Because the glory of God filled the temple. Потому что слава Божья наполнила этот зал, тот храм. So when you pray for people, поэтому когда вы молитесь за людей, the experience is swaying of the body. Они могут переживать вот это качание, потому что тело их качает. You can tell them. Вы можете им сказать. When the power comes strong, people may fall down. Когда сила приходит на может сходить на вас, вы можете упасть. But when it's not so strong, your body will sway. Но когда оно не настолько сильно, тогда ваше тело может просто качаться. But do you feel comfort? Но при этом ты чувствуешь спокойствие. That comes from the presence of the Lord. Это исходит от Божьего присутствия. So I'm explaining different ways people will experience the Holy Spirit. Я просто объясняю некоторые вещи, которые люди переживают, когда вы можете за них молиться. So when you pray for people to experience the Holy Spirit different way, then you tell them these five verses I just told you that came true in you. Вот когда вы видите именно вот такие именно проявления в жизни этих людей, вы можете им объяснить, что это все подтверждено в Писании. In Psalm 4:8. Псалом 4 глава, 8 стихе. Псалтир, да, или Псалом? It says here, I will lie down in peace, I will lie down and sleep. А, 9 стих. Значит, Псалом 4:9. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. One thing the Holy Spirit does very well is He makes people who have insomnia sleep well. Одну вещь, что Дух Святой может очень хорошо делать, это тем людям, которые страдают от бессонницы, давать им спать. I have prayed for many people with insomnia. Я молился за многих людей, которые страдают от бессонницы. And they slept very well. И они очень хорошо после молитвы спали. One time I led a meeting. Однажды я вел собрание. And prayed for the people. And the next day I asked them, how many of you experienced the Holy Spirit, experienced healing last night? Я спрашивал у них, сколько из вас переживали прикосновение от Господа в прошлой ночи? And a woman ran up. И одна женщина прибегала вперед. She said, for over 10 years I could only sleep for 2 hours every night. 10 years? Over 10 years. Да, эта женщина говорила, что за 10 лет я могла спать только 2 часа. But last night, it was the first time I slept for 8 hours. Но вчера ночью первый раз я спала 8 часов. Now here I asked Jenny and Karen to stand up. Я попрошу Карен и Дженни встать. Это дочь и мама. And this beautiful girl, Karen. Эта красивая сестра, Карен. She had insomnia for almost 4 years. Она страдала бессонницей уже 4 года. And then her mother brought her to me. Ее мама привела ко мне. She was going to college and she had to stop for 1.5 years. Из-за этой проблемы она не могла дальше учиться в колледже. Because she could not sleep, she cried a lot. Из-за этой проблемы, и она от этого плакала много. And her mother also could not sleep. И ее мама тоже не могла из-за этого тоже спать. And they came to me. Они когда пришли ко мне. And I prayed for them. И я молился за них. And her daughter started to be able to sleep. The first night, I sleep for over 2 hours. The first night. Первую ночь, они могли спать 2 часа. And then gradually she slept more and more. И с каждым разом, с каждым днем, она могла спать все больше и больше часов. And she could go back to school. И благодаря этому она могла возвращаться в колледж, чтобы дальше учиться. And just finish her degree. И она только уже закончила. Also, her eyes were very dry. Тоже ее глаза были сухими. In the past, when she looked at me, she's always like that, blinking her eyes. И она когда на меня смотрела, она всегда вот мигала своими глазами. But now she can open her eyes wide. И сейчас она может открывать свои глаза вот так ярко. So this verse says that God will cause us to be able to lie down and sleep well. Вот этому местописанию можно сказать, что Бог может давать нам спать безопасность. Now, if you have sleeping problem, если у вас есть бессонница, before you sleep, перед тем как спать, you can stand up and pray, вы можете встать и молиться, and relax in the Lord.
И просто расслабиться в Господе. And enjoy the presence of God. И наслаждаться Божьим присутствием. Oh, Jesus is loving me. Oh, Иисус меня любит. Jesus is blessing me. Иисус меня сейчас благословляет. I love you, Jesus. Я люблю тебя, Иисус. I worship you, Jesus. Я поклоняюсь тебе, Иисус. You pray for maybe half an hour. И можете вот таким образом просто молиться полчаса. And you find that it's very easy for you to fall asleep. И поверьте, это после этого очень легко. And on the bed, when you get on the bed, и когда вы ложитесь на постель, you can relax your body. Просто расслабьте свое тело. And with every breath, we say Jesus in the heart. И с каждым вдохом say Jesus. Вы просто сердце говорите Иисус. Jesus. Иисус. You don't have to say it. You don't have to say it. Не нужно говорить это словами, но in the heart. Сердце. Jesus. Иисус. Then you fall asleep very fast. If we possibly what you missed, to any situation. And in the middle of night, if you wake up and could not go back to sleep, и ночью если у вас трудности в том, чтобы спать, you can stand up to pray. Вы можете встать молиться. А если сегодня ночь опять вы встаете, pray for 20 minutes or half an hour. Уже опять, ну молитесь уже не полчаса, уже может 20 минут. Oh Jesus, I love you. Иисус, я люблю тебя. Jesus loving me now. Oh, Иисус, сейчас меня любит. I don't have to worry, even if I cannot sleep. Даже когда я уже в сонном состоянии, даже слов не хватит. Many people worry when they cannot sleep. Многие люди тревожатся, когда они не могут спать. Don't worry. Не беспокойтесь. And then you can go back to sleep easier. Потом можно потом спать, только не сейчас. You try. Попробуйте это. I have even prayed for people on the phone. Я даже молился за людей по телефону. You know, on YouTube you can see my videos. You look for Pastor Yip, Y-I-P. В YouTube можно найти мои проповеди на видео в YouTube Pastor Yip. My videos have been viewed over 700,000 times. Уже есть 700 тысяч просмотров его проповеди. And people call me from all over the world. Люди звонят мне по всему миру. And I pray for them. И я молюсь за них. People get better. И таким образом он получает спокойствие, помощь. And you can do the same. И вы можете то же самое делать. Hallelujah! 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 Amen. Mark 16 verses 18 to 20. Марка 16, 18 и 20 стихи. Там говорится о телесном исцелении или да, исцелении тела. Now it says here, who will be able to have miracles? То есть здесь говорится о тех людей, за которым всегда будет идти чудеса и знамения. Is it pastors who have miracles? Скажите, здесь написано, что именно у пасторов только эти знамения. Who will have miracles? Там написано что? За кем? All who believe will have miracles. Да, уверовавшихся будет сопровождать эти знамения. Can you have miracles? Can you have miracles? Другими словами, вы можете совершать чудеса. Hallelujah! How many of you have prayed for people and their miracles? Сколько из вас молились за людей, и они переживали знамения? Raise your hand. Our God is a living God. Наш Бог живой Бог, да, аминь. You keep praying for people, there'll be more miracles. Вот продолжайте вот так молиться за людей, и будет больше чудес. It says here they will drive out demons from people. Написано, что они будут изгонять бесов. And they lay hand on people and they will get well. Возлагать руки на больных, и они будут здоровы. And it happened. It can happen to you. Это возможно и для тебя. It has happened to me many, many times. Оно произошло со мной много раз. So this is a promise that you can bring miracles to people. Это обещание, обетование, что вы можете принести чудо и знамение в жизни людей. And it tells us the reason of the miracles. И написано именно причина, по которой эти чудеса проявляются. To confirm the word of God. Написано, чтобы подтверждать слово. Miracles are not the final goal. Чудеса это не самая главная цель. The final goal is to confirm the word of God.
Главная цель заключается в том, чтобы было подтверждение слову, которое проповедуем. To bring salvation to people. Чтобы принести спасение людям. And bring transformation to people's lives. Принести преображение в их жизни. Аллилуйя. Аллилуйя. Romans 15 verses 18-19. Послание к Римлянам 15 глава 18 по 19 стихи. Now this verse says that preaching is not just with word, but also with power of signs and wonders and the and then the work of the Holy Spirit. То есть здесь говорится о том, что благовествование Павла не было только в словах, но оно было в силе знамений и чудес, в силе, в силою Духа Божьего. It tells us that preaching is not just speaking. Что написано, что учение, в учении это не только вот говорение. Evangelism is not just speaking. Евангелизация или проповедование это не просто учение. But also have miracles that follow. Но что когда это тоже должно сопровождать тебя и знамения и чудеса. You know, for some people Christianity becomes just listening and preaching. Для некоторых христиан христианство стало вот таким религией, где ты только слушаешь и слушаешь и слышишь и слышишь. But the Bible tells us that is Christianity is not just about preaching. Христианство это не только вот учение и проповедование. It also has miracles and the work of the Holy Spirit. Оно включает в себя и знамения и чудеса от Господа. And then 1 Corinthians chapter 2 verses 4 to 5. Первое послание Коринфянам 2 главе 4 по 5 стихи. And here it talks about the preaching also has spirit's power to so that the people believe on God's power. Здесь Павел говорит о том, что проповедь моя не просто человеческой мудрости, а именно демонстрация, проявление силы Духа, чтобы вера была у людей на силе Божьей. We see that Jesus himself and the disciples always have miracles when they preach and when they evangelize. Мы видим в Писании, что у Иисуса и апостолов были именно эти знамения и чудеса, которые подтверждали их проповедь. So just now we have looked at these verses that tell us about the work of the Holy Spirit. И сейчас мы посмотрели эти места Писания, где говорится именно о силе, о действии Духа Божьего, когда мы молимся за людей. That people can experience the work of the Holy Spirit. Люди могут переживать действие Духа Божьего. So this is the basis of this method of evangelism. Это вот главная основа именно такого вида благовествования. And then the steps to do this experience God evangelism. Определенные шаги, чтобы именно вот провести такое благовествование, ощутить Бога. Now this is training, so that you can go out. Это тренировка, чтобы вы могли пойти и совершать то же самое. Because we need training in order to do evangelism. Нам нужно тренироваться и тренировка, чтобы пойти и совершать то же. The first step when we do evangelism is to converse with people and listen to them, listen to their feelings, listen to their needs. Первый шаг заключается в том, что мы первые общаемся с людьми, чтобы выслушать их чувства и что они переживают. You know, you might come across someone and then just say, "Hi, how are you?" Вы можете, ну, сейчас с кем-то говорить: "О, привет, как дела?" You might talk about the weather. Можно говорить о погоде. Or if you see a mother with children. Или увидеть маму там с детьми. You can talk about the children. Говорить о их детях. You see a man with a dog. И увидеть человека или мужчину там с собакой. You can talk about the dog. И, ну, как всегда, можно говорить о собаке. With your friends, you can talk about the things that he's interested in. С друзьями говорить именно о тех вещах, которые его интересуют. With your neighbors, you can talk about anything that relate to him. Соседями можно говорить о чем угодно. And in this conversation, sometimes he will talk about their life. Именно в таких разговорах люди могут раскрывать или говорить о своей жизни. Sometimes you see that people are not happy. Иногда можно видеть, что люди как-то несчастны. Or the body is not feeling well. Или тело как-то они плохо себя чувствуют. We can listen to them. Мы можем их выслушать. It's very important to listen and respond to the feelings of the people. Это очень важно выслушать и откликаться или ответить на нужды или чувства этих людей. For instance, if a mother says, "Oh, it's so difficult to take care of my children."
Или, может быть, например, мама может подходить и говорить, очень сложно воспитать моих детей. When she said that, what is the feeling behind that? Когда она это говорит, что какое чувство стоит за этим? We should learn to listen to the feelings of people. Нам нужно научиться выслушать и уловить чувства людей. When a mother says, "Oh, it's so hard to take care of my children." Когда мама говорит, что это очень трудно воспитать одной воспитать своих детей. She says she's burdened. Она говорит, у меня бремя на сердце, у меня груз на сердце. She feels that life is difficult for her. Она чувствует, что жизнь просто тяжелая для нее. And then we can respond by saying, "Oh, I know it's hard to take care of children." Тогда мы можем в ответ говорить, да, понимаем, что это очень непросто воспитать детей. And ask them about how it is at home. И можно просто спросить, как вообще это у вас проходит это дома. When someone says he's sick, когда кто-то говорит, он болен, and we can listen to the person about how he's feeling. И можем выслушать, как человек, что он переживает, что он чувствует. Can he eat? Может ли он кушать? Can he sleep? Спать? And when we listen to people and care about people, когда мы выслушиваем и печемся о них, people will feel accepted by us. Эти люди будут чувствовать себя принятыми. Actually, принятыми. If we listen to the people around us, когда мы выслушаем людей, которые нас окружают, they all have the burdens. У каждого из них есть свое бремя. If we listen to people all the time, когда мы выслушаем людей, you have friends in different places. У вас есть друзья в разных местах. I always listen to people. Я всегда выслушиваю людей. And I have many friends. У меня много друзей in Hong Kong, в Гонконге, and in other parts of the world, и в других местах мира. Because I accept people's feelings, потому что я принимаю их чувства, and their difficulties, и с их трудностями. Just by listening already is very good evangelism. Даже начало евангелизации благовествия начинается с того, что ты выслушиваешь их. And listening will make the family better. И выслушивая, оно приносит выздоровление в отношениях. Many wives say, when I talk to my husband, многие жены говорят, когда я разговариваю с мужем, he won't listen, он не слушает, he won't respond, не выслушивает и не отвечает. It's like talking to the wall. Это как бы говорить со стеной. Have you heard that? Вы такое слышали раньше своей? So if the husband listens to the wives, если мужья выслушивает своих, the family will be much better. Когда мужья выслушивает своих муж, что? And so this is the first step in evangelism. Выслушивая, это принесет исцеление. Это первый шаг именно в благовествовании. And then when we hear that they have some problems, when we hear that they have some problems, и когда мы слышим, что у них есть определенные проблемы, we accept the pain, мы принимаем их боль, and their feelings, их чувства, and then we can share our similar experience. Тогда мы можем второй шаг, это поделиться с ними и своими подобными моментами в своей жизни. Or somewhere similar experience. Или подобные ситуации или моменты в жизни другого человека, которого мы знаем. And then how you have experienced the Holy Spirit. И как вы получили помощь от Духа Святого. And then you say, would you like me to pray for you? И тогда он сказал, вы не против, если я помолюсь за вас? I pray for many people and they get well. Я молился за многих людей, за разных людей, и они получили помощь. So we first should practice with Christians. Поэтому было бы хорошо, когда мы первые практикуемся, тренируемся с верующими. I have prayed for cancer patient who is going through chemotherapy. Я молился за рак больных, которые проходили химиотерапию. And the person said, I have great pain. И эти люди говорят, что у меня боль, сильный боль. And I prayed for him. И когда молился за него, he said the pain went away. Он говорит, что эта боль как-то исчезла. He had comfort over his body. Он наполнил спокойствие в своем теле. And he accepted Jesus. И он принял Иисуса.
And then later, his daughters, two daughters, also believed in Jesus because of that. И через время, через это, его дочери, двое дочери, приняли Иисуса тоже. So, the more experience you have praying for people, then you have more experience to help other people to believe in Jesus. Вот, чем больше у вас будет опыта, что молясь о людей, таким образом вы можете пойти тогда в мир и тоже служить людям этим. You just keep doing it. Поэтому не останавливайтесь, просто продолжайте этим заниматься. First pray for the friends here. Вначале можно молиться за тех друзей, которые у вас здесь есть. Lay hand on them. Возлагай на них руки. With the permission. Конечно, с их разрешением. And lay hand on your family members. Возлагайте руки на семей, на своих родных. And ask them what they have experienced. И при этом уже не спрашивайте, когда вы за них молитесь, что вы переживаете, что вы чувствуете. And gradually you see that you carry the power of God. И постепенно вы сами будете замечать, что вы несете в себе эту силу. Okay, and then you invite this person. И тогда вы приглашаете этого человека. Is it okay that I pray for you? Вы не против, если я помолюсь за вас? I even said to non-Christians. Я даже говорю не христиан, то есть неверующим. You can experience the presence of God when I pray for you. Я им говорю, вы можете сейчас ощутить Божье присутствие, если позволите за вас молиться. I said that to the people on the street. Я говорю людям там на улице. And they said, you can pray for me now, and I'll experience the presence of God. Ты что, можешь за меня сейчас молиться, я смогу ощутить Божье присутствие? I said, yes, you can experience. Да, за вас можно. And one woman said. И одна женщина сказала. If I experience the presence of God, I'll follow you. Она же говорила, если я буду переживать Божье присутствие, я за тобой пойду сейчас. So I pray for her. Я помолился за нее. And she experienced the peace and the power of God. И она в тот момент переживала Божий мир в своем сердце и Божью силу. And I asked her, do you want to follow me now? Так, вы готовы за мной пойти? Actually, I mean follow Jesus. Нет, ну, то есть вообще за Иисуса. But she said, I have to think about it. Но она сказала, ну сейчас я подумаю еще об этом. But I tell you, there are many times that I brought people to Christ like that. Но поверьте, через это я много раз люди приняли Иисуса Христа. So you invite a person that you lay hand on them. И вы приглашаете человека и просто разрешение, если вы можете на них возлагать руки. And then when you pray, don't just pray with words. И когда вы молитесь, не молитесь именно словами. Pray with your spirit. Молитесь своим духом. It's like the spirit said, "Arise to God." Это как будто твой дух простирается, возвышается к Богу. Not just with words. Не словами. Something like this. Это что-то подобное как это. Аллилуйя. Аллилуйя. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Oh, аллилуйя. Let our spirit ascend to God. Пусть твой дух возвышается или возносится к Господу. Alleluia. And when your spirit rises to God. И когда твой дух возвышается, простирается к Богу. And you do this every day for a long time. И вы это делаете каждый день. The presence of God will stay on you. Это Божье присутствие будет пребывать в вас. I will demonstrate this in a short time. Я это скоро продемонстрирую. So when you pray for them, you let your spirit rise to God. Вот когда вы молитесь о них, вы позволите свой дух возвышаться к Господу. And then after the prayer, you say this. После молитвы вы говорите следующие слова. Please keep your eyes closed. Пожалуйста, пусть глаза будут останутся закрытыми. Have you experienced anything during the prayer? И спрашивайте, вы что-нибудь ощутили сейчас? Чувствовали что-нибудь? Now sometimes the people doesn't know what to say. Иногда люди не знают, что сказать. And then you can say, did you experience peace or comfort? Вы чувствовали, может быть, мир, спокойствие? And a person says, yes. И этот человек может сказать, да. Then you say, Jesus said, peace I give to you. И тогда можете сказать, Иисус сказал, мир я даю вам. Come to me and all your burdens will go away. Приходите ко мне, я успокою вас. The Lord will make your body rest secure. Господь даст своему телу быть в безопасности. So whatever the person experienced, you tell them the Bible verse. Потому что они будут вам рассказывать, вы подтверждаете это Писание. And then you said,
God has blessed you as He promised in the Bible. Вы можете тогда потом сказать, Бог благословил вас, как Он обещал в Писании. Do you want God to continue to bless you? Вы хотите, чтобы Господь продолжал вас благословлять? If the person is willing, если тот человек согласен, you can lead them, tell them about Jesus dying on the cross for them. Вы можете им говорить о том, как Иисус умер на кресте. And lead them in a prayer to accept Jesus as Savior. Чтобы приняли Иисуса. So this is the simple evangelism way. Это одно из самых простых путей благовествования. Basically, is to pray for people. Главная цель заключается в том, чтобы молиться за людей. First, of course, to listen to them. Первое, вначале, конечно, выслушать их. And respond to them. И отвечать. And to lay hand on them. Воздать на них руки для молитвы. And after the prayer. И после молитвы. You will say. Вы спрашиваете. And you tell them to follow you. Please keep your eyes closed. Сейчас повторите, повторите за мной. То есть закрывайте сейчас глаза все, закрываем глаза все. You say, tell them to say after you. Please keep your eyes closed. Повторите за мной. Вы говорите этим людям. Повторите за мной. Пожалуйста, закрывайте глаза. Повторите за мной, пожалуйста. Закрывайте глаза. What have you experienced in the prayer? Сейчас, что вы чувствовали в молитве? Повторите за мной, что вы чувствовали в молитве? Now, and then, if the person says they have experienced the Holy Spirit, если тот человек скажет вам, что он почувствовал что-то от Духа Святого, and then we can lead them to Christ. И тогда вы можете их вести ко Христу. Now, this will work. This will work. А это, оно сработает. If you pray much every day to have the anointing of the Holy Spirit, если вы пребываете в молитве таким же образом. В молитве, помазание Духа Святого будет умножаться в вас. Some of you have experienced this aura also. You said you pray for some people and experienced the presence of God. Некоторые из вас уже переживали это, когда вы молились за людей, и они получили помощь от Господа. The main thing is to ask the question whether they have experienced God. Важно, чтобы вы спрашивали у них, что они ощутили, когда вы за них молились. Переживали ли они прикосновение от Господа? Now, at this point, I want to ask, is there anyone here who has not believed in Jesus here? Yes, если здесь такой человек, который еще не принял Иисуса в свое сердце, не принял через молитву покаяния, есть такой человек, который может первый раз здесь? If you're willing, you can come up. I'll demonstrate this method and pray for you. Does anyone bring a non-Christian here? Есть такой человек, я просто не увидел руку, пожалуйста. Yes, we have one. Please. Пожалуйста, подойдите. Добро пожаловать. Thank you for coming. Спасибо, что вы пришли. Аллилуйя. You have... you have not accepted Jesus. Вы не приняли Иисуса в свое сердце. Okay, well, very happy that you're so... bold to come up here. Я очень благодарен вам, что вы проявили смелость, чтобы подняться сюда. Now, let me ask you, because we don't have time to go into conversation, I want to ask you, is there any needs in you? Я понимаю, что сейчас, конечно, мало времени, чтобы вас спрашивать о вашей жизни, но есть ли какая-то нужда, которая беспокоит ваше сердце? Can you tell me? Вы можете сказать? Если в классе. Значит, can you briefly tell me what's the difficulty? Yeah, вкратце, если возможно. Ну, хочу сказать. She has this worry in her heart. You feel worried now? Вы сейчас чувствуете вот это беспокойство, то, что беспокоит ваше сердце. God is a God who comforts. That's the rule of a book that we worship and worship. Is it okay that I pray for you? The protein is here from a new source of us. To ask Jesus to take away your prayer.
чтобы Иисус убрал эту беспокойство в ваше сердце. I like to tell you that I have experienced burden in my heart and worry in my heart. Я позвольте сказать вам, что я сам тоже переживал именно такие моменты, тоже тревоги, беспокойство в жизни. But I experienced the peace of God. Но я переживал Божий мир. That takes away my worry. А я это снял с меня, он снял с меня это беспокойство. Now, is it okay that I lay my hand on Вы не против, если вас забудут, вас забудут, вас забудут, положу руку. Нормально, да. Now, our Lord is a living God. Наш Бог, Он живой Бог. He's right here. Он здесь, сейчас. So I hope you would open your heart and say, Lord, I need you. Я очень хочу пропросить вас, чтобы вы просто в сердце сказали, Бог, Бог, пожалуйста, помоги мне. Then you have a heart to hunger, to want more, God. So, to be both, so that's the same. Close your eyes. Close your second eyes. And what is your name now? Sorry, my name. Julia, right? Okay. Now, you can close your eyes. So when I, then I will let my spirit rise to God and praise God. Yeah, I'm going to comment. Modules, close my eyes. Then I will put now. I will lay my hand on you now. Yeah, so сейчас посажу свои руки на вас. So we'll tell them. Мы так говорим. Oh Lord Jesus. Господь Иисус. Come to comfort Julia. Приди и дай утешение твое. She is worried in her heart. Утешь Юлию. У нее беспокойство в сердце. There are difficult things that she's facing now. Она проходит. Определенные трудности в жизни. That causes her to worry. И это вызывает это беспокойство в ее сердце. And it's not easy for her. И она, это нелегко для нее. But the Lord can come to comfort her. Но Господь, ты можешь утешить ее. Please come, Lord Jesus. Пожалуйста, приди, Господь Иисус. You created us. Ты создал нас. You love us. Ты любишь нас. You care about us. Ты беспокоишься о нас. You know the needs of Julia. Ты знаешь нужды Юлии. You have compassion on her. У тебя есть сострадание. Please come to her right now. Пожалуйста, приди к ней сейчас. And comfort her heart. И утеши ее сердце. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Jesus loves me. Yeah, Jesus loves me. You can sing the question. The Jesus loves me. The Bible tells me so. And it's the song of Jesus. Yeah. Jesus will be the Jesus will be the Jesus will be the Bible tells me so. Jesus is loving you, Leah, now. Jesus loves you, Leah. Jesus wants to bring comfort to her. Jesus wants to bring comfort to her. Jesus wants to hold her in his arms. Jesus wants to bring comfort to her. Jesus wants to take away his worries. Jesus wants to bring comfort to her.
Jesus knows our needs. Иисус знает ее нужды. Jesus knows her pain and her hearts. Иисус знает боли ее сердца. Jesus is here to love her. Иисус здесь, чтобы любить ее. And comfort her. И успокаивает ее. And heal her. И исцелить ее. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. We need you, Jesus. Ты нам нужен, Иисус. We welcome you, Jesus. Мы приветствуем тебя, Иисус. You're so wonderful. Ты чудесный. Jesus is so wonderful. Иисус, ты чудесный. Please, Lord Jesus, come. Иисус, пожалуйста, приди. Forgive our sins. Прости наши грехи. And wash us clean with the blood of Jesus. И очисти нас в крови Иисуса Христа. And give her eternal life. И даруй ей вечную жизнь. Help her to enjoy her life. Помоги ей наслаждаться этой жизнью. And have eternal life. И иметь жизнь вечную. Thank you, Father. Спасибо, Отец. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. We love you. Мы любим тебя. In Jesus' name we pray. Во имя Иисуса молились мы. Amen. Аминь. Please keep your eyes closed. Please keep your eyes closed. I'd like to ask you, have you experienced anything during the prayer? Когда он сейчас молился за вас, и что вы переживали, чувствовали? Experience peace or comfort over God. Чувствовали. Quietness. So the power of God has come upon you. Это сила сошла на тебя. And He has given you peace and calmness. Я дал вам этот мир, спокойствие. Do you want Him to continue to bless you for the rest of your life? Вы хотите, чтобы Он так и благословил вас каждый день вашей жизни? So that you won't live in worry. Чтобы вам не жить в этом беспокойстве. You know, Jesus loved you so much. Знаете, Иисус вас любит. He was willing to come to this world and die on the cross. Он согласился прийти в этот мир и умереть на кресте за ваши грехи. A shameful death on the cross. Позор смерти. Позорная смерть. Он терпел на кресте. So that free from worry. Чтобы ты был свободен от беспокойства. He really loves you. Он очень любит вас. Would you like to follow me in a prayer to accept Jesus as your Savior? Вы хотите? Вы не против? Повторить молитву принять Иисуса. So, would you say it? Take a prayer. I say the prayer, and then you say in Russian, and then everyone, and you can follow. Okay. Я повторю эту молитву принять Иисуса, и вы, я повторю на по-русски, и вы за мной все, мы все повторим. Хорошо? Все вместе. И вы тоже. Хорошо? Dear Heavenly Father, Отец Небесный, thank you for your love. Спасибо за твою любовь. That you have given me. Sorry. Спасибо за твою любовь. That you have given me peace. Спасибо за то, что ты дал мне мир. That I experienced during the prayer. Который я сейчас чувствую. I know that you are real. Я знаю, что ты реален. And you care about me. И ты заботишься обо мне. And you came to bless me. И ты пришел благословлять меня. I admit that I'm a sinner. Я признаю, что я I have sinned against people. Я согрешил
согрешила против людей. I have told lies. Я солгал. I have said things that make people unhappy. Я сказал вещи неприятные людям. I have not worshipped God wholeheartedly. И не поклонялся Господу искренно. Please forgive my sins. Пожалуйста, прости мои грехи. Wash me clean with the blood of Jesus. Очисть меня кровью Иисуса Христа. Please come into my heart. Пожалуйста, войди в мое сердце. To be my Savior. Я принимаю тебя своим спасителем. And give me eternal life. И дай мне вечную жизнь. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. I love you, Jesus. Я люблю тебя, Иисус. I want to follow Jesus. Я хочу следовать за Иисусом. In Jesus' name I pray. Во имя Иисуса я помолилась. Amen. 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 It's truly. Amen. Have you really sincerely when you sincerely ask Jesus to forgive you, but congratulations. Раз вы приняли Иисуса Христа искренне, я вас поздравляю. That you're already a child. Что вы уже дитя или дочь Божья. Я вам советую продолжайте следовать за Богом. And I want to teach you a simple prayer. Я хочу вас научить простую молитву. Научить вас простую молитву. That we all can learn. Которую мы все можем научить, мы можем все научиться. And then when we bring someone to Jesus, we can tell them this simple prayer. И можем сказать людям, когда они принимают Иисуса, повторить эту молитву тоже. So can you say this simple prayer? So it's very simple. Молитва очень простая. So you can remember. Чтобы вы все запомнили. Закройте глаза еще раз. Dear Lord Jesus. Господь Иисус. Please. Прошу, пожалуйста. Please forgive my sins. Прости мои грехи. Please give me eternal life. Пожалуйста, дай мне вечную жизнь. Please bless my life. Пожалуйста, благослови мою жизнь. Thank you, Jesus. Спасибо тебе, Иисус. I love you, Jesus. Я люблю тебя, Иисус. I love you, Heavenly Father. Я люблю тебя, Отец Небесный. In Jesus' name I pray. Во имя Иисуса Христа я помолюсь. Аминь. Аминь. So it's very simple prayer. Простая молитва. So ask Jesus to forgive our sins. Мы просим Иисуса, чтобы Он простил наши грехи. Ask Jesus to be my Savior. Быть нашим спасителем. And ask God to bless us and our family. И просить Бога, чтобы Он благословил вас. And then thank God and worship God. И просто благодарите Его и поклонитесь. And you can spend more time praising God. И можете провести еще больше времени, прославляя Бога. And God will help you with your problems too. И Бог обязательно поможет вам в вашем проблеме. Now, if you stay to the end of this meeting, and then if I have time, I can respond to your words too. Если у вас будет время после собрания, можете остаться, я могу еще вам Congratulations. Добро пожаловать. То есть приветствую вас. Поздравляю вас. God bless you. Господь благословит вас. So, what I want to say is that we can all go out and reach out to people. Что я хочу сказать, это возможно пойти и служить людям на улице. Can you imagine if one of you, each one of you here, bring one person to Christ, maybe in a month or 2 months? Представьте, если каждый из вас по одному человеку приведется ко Христу, что будет в церкви через месяц-два? And this church will grow more and more. И эта церковь будет расти все больше и больше. Are you willing to be used by God? Вы хотите быть сосудом в Его руках? Let us rise and have a
prayer, short prayer. Давайте мы все встанем, сейчас коротко помолимся. O Lord Jesus, О Господь Иисус, please help us revive our spiritual life. Пожалуйста, пробуди нашу духовную жизнь. So that we are willing to go out and reach out to people. Чтобы мы были готовы пойти в этот мир и говорить людям о Христе. So we bear fruit for your kingdom. Чтобы принести плод для твоего царства. Because you have compassion on the lost. Потому что у тебя есть сострадание к потерянным. You want them to be saved. Ты хочешь, чтобы они все спаслись. You can use us. Ты можешь проявить себя через нас. And we can all do it. И мы можем это делать. Please give us courage. Пожалуйста, дай нам дерзновение. And a love of the Holy Spirit. И любовь от Духа Твоего Святого. To motivate our hearts. Чтобы вдохновлять нас. So that we won't be lazy Christians. Чтобы мы не были ленивыми христианами. So that we don't just come for our own needs. Чтобы мы не пришли только ради своих личных нужд. That we reach out to the people. То, чтобы были готовы, Господь, служить людям, нуждающимся. And love them. И любить их. And care about them. И заботиться о них. And God will bless us all. И чтобы ты этим, Господь, благословишь нас. To give us strength. И ты благословишь нас, Господь, крепостью. Hallelujah. Hallelujah. Lord, here I am. Господь, вот я. Please send me. Пожалуйста, пошли меня. Please send me. Пожалуйста, пошли меня. Say it to the Lord, please. Пожалуйста, скажите это Господи. Please Господу. Send me. Господь, вот я. Пошли меня. Please use me. Господь, пожалуйста, употреби меня. To save the lost. Спасти потерянных. There's so many people lost outside. Очень много потерянных грешников. Every second there are people going to hell. Каждый день кто-то умирает, попадает в ад. Lord, have mercy upon us. Пожалуйста, помилуй этих людей. Lord, have mercy upon our neighbors. Пожалуйста, помилуй, Господь, нас, нашу страну. That we can care about them. Господь, благослови наши сердца, проявить заботу. And bring salvation to them. И принести, Господь, им спасение Твое. Oh Lord, burn in our hearts. Бог, возгревай наши сердца, Господь, огонь Твой. Give us a desire. Дай нам это желание. To serve you. Служить тебе. To reach out to the people. Чтобы тебе служить людям. Oh Lord Jesus, give us strength. Господь, дай нам крепость. And courage. И дерзновение, смелость. With the help of God, we can do it. Божьей помощью мы можем это делать. Say it together, please. Пожалуйста, повторите за мной. Повторите за мной. Божьей помощью. We can do it. Мы можем это делать. Мы можем. We can do it. Мы можем. We can bring people. We can bring people to Christ. Мы можем привести людей ко Христу. We can bring a revival here. Мы можем принести пробуждение на нашу землю. We need to go out. Нам нужно выйти. Oh Lord, help us. Господь, помоги нам. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Во имя Иисуса помолились. Amen. Amen. Do you feel the fire inside you? Вы чувствуете этот огонь внутри вас? Do you want to do it? Вы хотите это делать? At this point, I want to have a few before the meeting ends. I will pray for people who want me to pray for. But at this point, I want you to practice two by two, to choose someone next to you, and then you practice like this. Look at me, please. Посмотри на меня. Сейчас, чтобы хотел, чтобы вы практиковались, тренировались по два человека, и вам покажу, как это делать. So you lay on a person. Вы возлагаете руки на человека. And then your heart reach out to God. И ваше сердце простирается к Господу. Hallelujah. Hallelujah. Say simple prayer. Say simple prayer. И сказать простую молитву. And then at the end of prayer you say, please keep your eyes closed. И в конце этой молитвы вы говорите, пожалуйста, пусть глаза будут закрыты. Have you experienced anything during this? И спросите, вы что-нибудь чувствовали? So you just practice for 2 minutes. Давай, за 2 минуты сейчас попрактикуемся. Значит, брат с братом, по 2 человека, пожалуйста, по 2 человека. Не 4, не 3, по 2 человека. Значит, брат с братом, или сестра с сестрой, или муж с женой. И, пожалуйста, вот таким образом молите сейчас. Yeah, it's better that brothers pray with brothers and sisters pray with sisters or husband pray with wife. Okay. И сейчас практикуйте, пожалуйста.
свое, ваше сердце простирается по Господу сейчас. Лучше, когда вы молитесь, чтобы вы встали на ноги. The point is go and do it.
цель в том, что вы пошли и сделали то же. After the meeting's over, I'll pray for anyone. If you want me to pray for, and our team will pray for people, our pastors will pray for people. После собрания, если есть люди, которые хотят, чтобы за них помолились, вы можете подойти, и команды будут, чтобы за вас молились, и пасторы будут, чтобы за вас тоже молились. In order to have a strong anointing of the Holy Spirit, чтобы иметь это Божье помазание Духа Святого, we need to take care of our sins. Нам нужно разобраться со своими грехами. And read the Bible and believe the Bible. Значит, читать слово и верить Божьему слову. And have faith in God. И верить в Бога, верить Богу. And worship in spirit and in truth all the time. И поклоняться ему в духе и истине. Like this. Thank you, Father. Spend more time. Проведите больше времени. If you want strong anointing, at least half an hour a day or more. Просто потребуется, может, полчаса времени каждый день, просто чтобы в этом пребывать. If you preach the gospel, the presence of God will come strong upon you. И когда вы таким образом будете благовествовать, просто самое главное цель это благовествовать. Если вы можете это делать, поверьте, вы будете благословение еще больше и больше.